Мы – граждане России. Саровское отделение движения первых присоединилось к всероссийской программе. Юноши и девушки, которым исполнилось 14 лет, в торжественной обстановке в доме учителя получили свой первый документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Теперь ребята вместе с паспортом получили новые права и обязанности. Для них открыты новые возможности. Получение паспорта символизирует вступление подростков в новый этап жизни. Для меня это очень важный день. Для меня открыты новые двери, большие возможности. Ну, стало больше уверенности и больше ответственности. Для меня это очень важный этап, очень ответственный день выдачи паспорта. Для меня открыты новые пути, новые двери, возможность работать, много разных привилегий и также ответственность перед законом. Устроиться на работу, стать самозанятым или предпринимателем, распоряжаться своим заработком, участвовать в молодежных общественных объединениях и профсоюзах, а также нести уголовную ответственность за тяжкие преступления. Подросток теперь должен быть более внимательным и ответственным в своих решениях и поступках. О том, что дает паспорт, школьникам рассказал начальник МУ МВД России по ЗАТО город Саров Андрей Чернышов. Дела и детские шалости, которые были раньше, они вот с вашего сейчас возраста могут уже стать настоящим преступлением, потому что по многим тяжким составам преступления уголовная ответственность в Российской Федерации наступает с 14-летнего возраста. Это убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи, разбои и еще много-много других составов, которые ответственность наступает с 14 лет. Так что, уважаемые друзья, надо все свои поступки осмысливать и только потом совершать. Свой первый документ ребята получили из рук Андрея Чернышова. Церемония вручения паспортов в рамках программы «Мы граждане России» будет проходить в Сарове ежемесячно. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.